Третий региональный туристический форум стартовал еще 5 февраля. В этом году его принимают по очереди 6 российских городов – Екатеринбург, Уфа, Самара, Казань, Санкт-Петербург. Финальной точкой стал Сочи. Вообще, впервые форум открылся в 2016-м, тогда, когда популярные Турция и Египет оказались закрытыми для россиян. Между тем, жителям страны необходимо было обеспечить качественный отдых. Тогда и был придуман региональный турфорум, рассказали организаторы. Мы увидели, что на тот момент абсолютно отсутствовали механизмы как бы оперативного маркетинга и продвижения наших внутренних курортов. И первый региональный туристический форум, он, собственно говоря, задумывался и был реализован как форум по продвижению Сочи и Крыма. В третьем региональном туристическом форуме в общей сложности приняли участие более 3000 человек. В Сочи, например, приехали представители более чем 500 турагентств из Южного федерального округа. Для них в рамках конгресса выставки, семинары и презентации туристских продуктов. Свою провел и Сочи. Кстати, презентация курорта в разных городах страны, которые регулярно проводит мэр Анатолий Пахомов, отдельно были отмечены организаторами форума как эффективный инструмент продвижения курорта. В каждом городе мы проводили презентацию, в каждом городе мы раздавали наши событийные календари и до всех доводили информацию о туристских возможностях города. В числе плюсов был отмечен и богатый событийный календарь Сочи, который качественно выделяет город на фоне других внутренних пляжных направлений в стране. В числе минусов – пассивность со стороны местных ательеров, которые прилагают недостаточно усилий для привлечения туристов на курорт. Говорили на форуме и о предстоящем летнем сезоне. Помимо туристов, в Сочи приедет и армия футбольных болельщиков. К слову, курорт одномоментно может принять 200 тысяч отдыхающих. Одним словом, Сочи справится и с таким наплывом гостей. Сочи очень хорошо выглядит, гораздо лучше, чем многие другие города. И в части готовности, и в части готовности по приему, в части готовности инфраструктуры обслуживающей, и в части качества обслуживания. Поэтому я думаю, вот от кого от Сочи никто не ожидает каких-либо проблем. В дни проведения чемпионата мира по футболу Сочи ожидает принять около 1 000 000 туристов. Кстати, персонал отелей до старта матча Мундиаля пройдет краткий курс обучения по международному гостеприимству, такой же, как в преддверии Олимпийских игр. Ольга Десятова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.